Телефоном пользуюсь уже 4 месяца, и все нравится, все устраивает. Долго искала телефон, который бы подошел мне именно для моей работы, и в то же время он не был громоздким, хотя, конечно, про ноут это сложно сказать, но, тем не менее, он удобный. А конкретно мне телефон еще, почему именно этот выбор? Потому что я по профессии программист, и какие-то вещи, которые, скажем, мне нужно дописать, да, это какие-то программки, скрипты, я все это могу делать с телефона, и для меня это удобно. Ну, как... Здесь хорошая фотокамера, поэтому все фотографии, которые делаются в соцсети, что-то вроде Инстаграма, Твиттера, то есть качество получается замечательное, и, собственно, есть удобство размещения, то есть все соцсети у меня под рукой, и я здесь могу даже фотографии фотошопить, на самом деле есть такая приблуда. Вот, это плюс, наверное, данной операционной системы, что здесь просто есть куча приложений, которые можно использовать для графических каких-то вещей, для записок, для выкладывания фотографий. Куча сервисов, которые еще, думаю, близки будут всем, это игрушки. То есть Angry Birds, на нем играть однозначно удобнее, потому что все-таки чем больше, тем лучше. Здесь, по-моему, не бывает размера. Все-таки, да, наверное, как бы можно сказать, что он больше мужской, потому что именно он такой более суровый, конечно. Девочкам все-таки это iPhone, гламур и всякие чехольчики с зайчьими ушками. Но, ну вот, я тоже нашла вполне девочковый чехол, поэтому... Я пользуюсь, мне удобно. Мне неудобны планшеты, потому что, то есть, если его все-таки можно запихать в карман и в сумку, то планшет все равно придется с собой таскать дополнительные какие-то сумочки, чехлы и так далее. То есть, и в планшете, чем, скажем, этот выигрывает, да, с него можно все-таки позвонить. То есть позвонить с какого-нибудь айпада, то есть это, конечно, не вариант. А, да, есть, наверное, это, чтобы он был чуть быстрее, потому что все-таки есть, когда, скажем, запущено слишком много приложений, он все-таки тормозит. А хотелось бы, чтобы он был, ну, где-то, конечно, легче, тоньше. Ну, в смысле, но никак не сказалось на размере дисплея, потому что уменьшать его, ну, для этого есть слишком много гаджетов, которые меньше. Вот, что еще, какие ожидания? А ожидания, было бы здорово, если были бы какие-нибудь еще другие цвета, то есть, помимо там, черного, белого.